Ладно, пошел отсюда. Пошел. Убирайся. Отойди, Лома. Отойди. Собакой ты что будешь делать, Хотиса? А? Что? Надо же ее куда-нибудь пристроить. Да вроде надо. Даже не знаю, как быть, Шалва. Куда ее девать? Не вести ж такого здоровенного пса в город. О чем ты говоришь? Что ему там делать? Отца моего больше нет. Опустела наша деревня. Кому оставишь? Здесь он, бедняга, с голоду подохнет. Пожалуй, я бы его забрал к нам. Ты? Да, что? Если не возражаешь. Сам знаешь, у меня ему всего будет вдоволь. Ну, Шалва, ты меня очень выручишь. Век тебе буду благодарен. Ладно. Как-нибудь сочтемся. Дай тебе Бог здоровья. Прямо гора с плеч. По рукам? Да. Спасибо. Как тут без меня? Все нормально? Да. Как съездил, Багратыч? Хорошо. Багажник открой, я собаку привез. Ты что, Багратыч? Мне с ней не справиться. Она меня проглотит. Ну ничего поручить нельзя, ничего. Даром только кормлю вас тут. Цепь давай! Поживей! Что ты там возишься? Ну, давай, вылезай. Держи.
Отойди, укусит еще. Громадина какая. Где взял, Баграцыч? До свидания, Баграцыч. Эй, послушай, через 2-3 дня пригонят скот, так смотри, чтоб все было как положено. Багратыч! Багратыч! Как пса-то зовут? Откуда я знаю? Миллиона, 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 Альбрус. Давай, псина. Ешь. Носы где-то ставить. Ну что, сына?
Снежок, что? Ну, отстань. Отстань, говорю. Снежок. Ладно, на, возьми. Избаловали вы своего козла. А, на, расписывайся. Вот так.
Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Ты не в духе сегодня. Еще бы. Парню из военкомата повестка пришла. Ну и что? Это ж хорошо. Новые края повидает. Заодно и русский выучит. Выучит он. Как же? Зря ты так. Помоги завязать. Конечно, тебе-то что? У тебя девчонки. А в мире черт знает, что творится. Не переживай. Погода нынче замечательная. Кишмиш принес. Ну-ну-ну, иди. Иди сюда. Иди. Угощайся. Вот так. Молодец. Умница. Ах, красивый, красивый. А? Ну давай.
Багратыч! 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 А чтоб тебе! Быстрее, ребята! Быстрей! Да пропусти ты! Вот черт! Смотри, что натворил, мерзавец! Сволочь! Я тебе! Псина проклятая! Держи его, держи! Будешь знать! Вот тебе! Откуда? Вот тебе! Вот тебе! А, держи, держи его, держи! Вот тебе! Я тебе! Я тебе! Держи! Будешь знать! Все, 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 помогите! Оттащите его! Тигра и собака! Повезу тебя, Багратыч! Пошел вон! Хорошо, хоть не загрыз! Тварь паршивая, я тебе сейчас покажу. Не надо, что вы! Отвали, сукин сын! Ты что, Багратыч, остемел? Чтобы он подох, кобель проклятый! Ладно. Уберите эту зверюгу от меня! Черт бы вас всех побрал вместе с ним! Подойди-ка сюда. Отведешь во враг и там пристрелишь. Ну-ка, псина, пойдем со мной. Пойдем. Пошли. 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 Не забудь ошейник назад принести. Слышишь? Какая страшная. Ну иди, иди.
начинаем с ходьбы на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тебя мне только не хватало. Здравствуй, Ливан. Налей-ка мне кружечку. И сосисок порцию. О, вот это да. Чья интересная? Это не знаешь разве? Моя. А как же ты кормишь ее? Самому-то небось едва хватает. На, песик, ешь. Ешь, ешь, не стесняйся. Пошли, пошли. Хороший.
Наиболее часто они встречаются в Индии. А вот это, друг мой, настоящая кавказская овчарка. Давно мне не приходилось видеть такого породистого пса. Гляди, какая мускулатура у него. Редчайший экземпляр. Они сильные, умные, очень выносливые. Не боятся зверя, великолепные сторожа. Но самое замечательное свойство этих собак в том, что они очень любят человека. На редкость доверчивые. Пожалуй, на земле не найдется другой собаки, которая так же привязана к человеку, как наша кавказская овчарка. К тому же веселый бойкий нрав и поистине рыцарский характер. Правда, тем не менее, эта порода исчезает. Сейчас необычайно редко увидишь такой экземпляр чистокровной кавказской овчарки. Купите, раз она вам так нравится. Зачем она мне? Нико! 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 Ну, куда ты запропастился? Я бегаю за тобой по всему базару. Я сам обращаюсь. Счастливо. Хороший. Маленький. Оставь ты ее. Зурико! Хороший. Зурико! Иди сюда, папа. Смотри, какая замечательная собака. Осторожно, Зурико, укусить может. Да что, ей-богу, не дворняжка какая-нибудь. Кавказская овчарка. Редчайший экземпляр. Кавказская? Да. Прошлой осенью 2 волков одолела. Что вы говорите? Пап, давай купим эту собаку. Если уж покупать, так настоящую. Ну что ты, Зурико, нам ее не прокормить. Не знаете вы собак. Кавказская овчарка ест мало. И уход за ней не нужен. К тому же, знаете, верная какая? Получше любого друга. Самый настоящий рыцарь, слышите? Папочка, пожалуйста. Сколько она стоит? Уступлю за 50, так уж и быть. Ну что ж, будь по-твоему. Давай купим Зурико. Вот, возьмите. Тут ровно 50. А как ее звать? Ее? Ну да. Как звать? Шарик, Шарик. Да, Шарик, так я ее называю. Ну, поздравляю, не пожалеете, что купили. Редчайший экземпляр. Иду, иду. Эка. Добрый вечер. Как я рада. Здрасте, здрасте. Покажите-ка. Чапа, поздоровайся. Какая прелесть. А он растолстел. Да. Угадай, зачем мы к вам пришли? Посмотреть на ваше новое чудо. Чапа, хороший мой, давай, я тебя возьму. Ох ты, моя собака. Идем. Чудо живет там. Я сгораю от любопытства. Испугалась? Еще бы не испугаться. Вот. И вправду.
то самое настоящее чудо. Это же не собака, а лев. Оказывается, это редчайший экземпляр. Что ты говоришь? Кавказская овчарка, не кто-нибудь. О, боже, какая она огромная. А лапы у нее какие. Видишь, Чапа? Отличная собака, что и говорить. Пройти с такой собакой по улице, это эффектно. Угу. Чапа? Чапа? Чапа. Чапа, ты тоже хороший песик. Хороший. Ой, у нее что, нет ушей? Нет. У пастухов почему-то принято обрезать собакам уши. О, какое варварство. Но все равно, великолепная собака. Какая превосходная шерсть, не обрезает? Нет. Зурико ухаживает за ней. Правда? Молодец, Зурико. Сейчас будем пить кофе. О, ты только погляди, какие мы гордые. Кошмар. Не обращаем ни на кого внимания, да? Знаете, он не ест ничего. Да что ты, почему? Чапа, что с тобой? Чапа! 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 Дурачок ревнует меня. Чапа, мальчик мой славный, умница моя. Прошу. Вот и наш кофе. Тетя Ия принесла нам кофе. Он обожает твое печенье. Ешь, Чапа. Чапун. Чапа. Чапа. Что такое? В чем дело? Красивый мой мальчик. Мой ласковый умный мальчик. Переостывает. Ну все, Чап, иди погуляй, хорошо? Иди. Угощайся. Очень вкусные пирожные. Тебе правда понравилась собака? Очень. Очень понравилась. Но мне тебя жаль, честное слово. Шутка ли возиться с таким псом? Что делать, Эка? Ты ведь знаешь Важу. Он ни в чем не может отказать Зурику. Где же масло? Вот оно. Ну, поешь. Завтра суббота, ты не забыл? Не забыл, Зурико, помню. Ну, понимаешь, мне некогда. Ты обещал взять нас за город на прогулку. Дай мне сейчас поработать, а в воскресенье обязательно поедем. Ешь поскорее, мы можем опоздать. Почему ты пьешь один чай? Поешь. Не смотри на меня, ешь быстрее. Шарик. Скорее, Зурико. Зурико! Погоди минутку, сейчас. Давай, не тяни.
ты глупышка. Вовсе нет. Мне все время кажется, что у меня во рту собачья шерсть. Ну ладно, ладно. Спи. Сейчас там снег, да, пап? Повсюду. Горы, земля. Все покрыто снегом мягким и пушистым-пушистым. И такой чистый воздух, словно хрусталь. Алло? Нет, вы ошиблись. Как мне это надоело.
Не дворняга же в самом деле. Настоящая кавказская овчарка. Редчайший экземпляр. Знаешь, какой умный пес. Приказы выполняет? Пока нет. А у мамуки уже выполняет. Мой тоже будет. Увидишь. Погоди, вот отдам его в школу. Там всему научат. Пупсик. Постой, Зора. Что такое? А он не кусается? Нет, что ты.